Полянка перед восхождением к блаженному камню. Мы находимся на территории Манявского скита. Здесь вот такая вот красота. Слева бежит горный ручей, а вот там вот уже идет подъем около 400 метров по склону к блаженному камню. Мы находимся на территории Манявского скита, а здесь мы подошли к блаженному камню, так его называют уже давно. Этот камень современные христиане считают священным, волшебным. Снизу с этого камня стекает водичка, которая накапливается в специальный резервуар, который сделали монахи. Вот. Сверху можно вот посмотреть. И эта водичка считается святой. Со своей стороны могу сказать, что этот камень действительно обладает определенным потенциалом. Прежде всего энергетическим, вибрационным, волновым. Блаженный камень Биля Манявского скиту. Вот так званый камень Бажань. Зверху на ньому є чаші. Так, ми знаходимося зверху на блаженном камні возле Манявського скита. Зверху камня углубление. Углубление для сбора воды, ее структурирования и последующего перехода вниз, стекания с камня и, соответственно, набора для дальнейшего использования. Манявский скит.